Путь к железной дороге оказался дольше, чем я думала. К железной дороге оказался дольше, чем я думала. Потому что это глупости, Михаил. Вы напрасно рискуете жизнью этих людей. А вы ждете смерти и ничего не делаете. Но ведь там слишком опасно! Послушайте, через канализацию мы выйдем к депо. Оттуда доберемся на поезде в порт и бежим. Это самоубийство! Ладно, удачи вам, товарищ. Надеюсь, увижу вас и вашу семью на большой земле. Друг мой. Жаль, что мы слишком поздно поняли. Твари слепы. Алексей зря пожертвовал собой.
Мы ведь могли тихо прокрасться мимо них, и он был бы жив. Лёша, прости, я подвёл тебя. Я подвёл всех нас. Не останавливайся, мы уже недалеко. Thank you.
нас осталось совсем мало. Нужно выбираться из этой чертовой канализации к железной дороге. Там мы найдем локомотив и доберемся до порта. К сожалению, мы движемся медленно. У многих ранения. Твари очень сильны и коварны. Надеюсь, это был просто сон. Но кого я обманываю? В глубине души я знаю, что... Я иду к железной дороге. Встретимся там.